Всем привет, меня зовут Дмитрий Тараев. Я один из преподавателей открытого курса PS-разработки в технопарке. В современном мире развитие мобильных устройств происходит гигантскими темпами. Теперь практически у каждого смартфон. Большая часть смартфонов работает на операционной системе Apple iOS. Так как произошло такое глубокое распространение мобильных устройств, ценность программистов возрастает. Поэтому я считаю, что этот курс очень актуален, и это очень интересно. Вы можете увидеть результаты своего труда практически сразу же, увидеть это на реальном устройстве, что добавляет энтузиазма. В рамках этого курса студенты разрабатывают свое собственное мобильное приложение в группах, которые они сами распределяются, и они сами выбирают также тему. Студенты придумали различные проекты, начиная от клиентов привычных нам всем социальных сетей, заканчивая приложением по загрузке маршрутов для туристов, выбору существующих маршрутов, что очень помогает во время путешествий. Мобильная разработка становится все более и более популярной, необходимость в специалистах растет, поэтому у вас есть прекрасный шанс занять свое место на рынке труда в нашей компании или в любой другой. Приходите на наш курс.